боевые заслуги учреждена была как награда за храбрость, мужество. По статусу не ниже, чем Георгиевск, который учреждался, то есть восстанавливался, вернее, в ДНР в качестве награды за исключительные воинские заслуги. То есть за образец была взята медаль за боевые заслуги советская. Сделано было, то есть аверс был изменен в соответствии с реалиями новой войны, то есть изменено изображение, но компоновка была оставлена именно такая, какая была бы при СССР. Также оставлена была обратная сторона чистой, так же, как на медали советской. То есть, когда учреждали эту медаль, мы исходили из того, что наше движение оно являлось не только продолжателем традиции императорской России, которая мне, естественно, ближе всего, но и в том числе вбирала в себя традиции советской, то есть Союз Советских Социалистических Республик, славные традиции наших дедов. Собственно, так ленточка подбиралась, она уникальная, таких ленточек не существует. То есть как бы полностью дизайн медали обсуждался неоднократно на сайте форума «Антиквариат». И мне именно такой образец понравился. Изготовлена она из серебра. То есть опять же советской и российской военной медали. Ну, то есть я правильно понимаю, что это, по сути дела, продолжение всей музыки Георгиевского креста? Да, это как бы является аналогом Георгиевской медали, которая существовала в советское время. И в то же время она действительно аналог медали за боевые заслуги. Примерно за то же она и получается у нас сейчас. Спасибо. Начали раздавать медали тоже за боевые заслуги, но немножко другого образца, но они из сплава. Ну, похожие, но немножко другого. А это серебряные, вот те, которые изначально заказывали. Слишком просто затянулись на изготовление. У мозгового такой же медаль? У мозгового, то я им предоставил справа мозгового награждать ему. Передал медаль, и я награждал.